Мне нравится, что здесь грязно. Куча мусора, и они его редко убирают. Вот только в центре, типа, наверное, постоянно убирают. Все как будто устарело чуть-чуть. Надо все по почте пересылать, надо ждать очень долго. То есть, как будто бы все осталось на каком-то качественном старом уровне. Это не то место, где ты хочешь жить. Берлин, мне кажется, очень классный перевалочный пункт, чем пункт для жизни. В Німеччині ты витрачаешь дуже багато часу на те, щоб просто офіційно дочекатися якогось дозволу, який прийде. Тобто ця бюрократія, вона займає дуже багато твого часу. Ну да, весь этот контроль, конечно, понятно, это Европа, но мы привыкли жить по-украински. В многих магазинах нельзя до 10 евро, по-моему, платить картой, в некоторых вообще просто нельзя. Вот мы вчера отправляли посылку и только наличка. Короче, все услуги здесь на порядок дороже. И вот эта вот стипендия, которую нам платит сейчас государство как беженцам, ее на самом деле не хватает на какую-то более-менее адекватную жизнь.